Динамично растут цены и на медикаменты. По данным все того же Ярославльстата, больше всего за прошлый год выросла цена на сердечно-сосудистые препараты. Валидол в 2 раза и валокардин на 27%. Далее идут офтальмологические и болеутоляющие медикаменты. Рост их стоимости в среднем тоже составил примерно 30%. В основном цены растут на зарубежные препараты. Наша фармацевтика зависима от импорта на 70-80%. В статистике констатируют, что впервые за долгие годы выросла стоимость отечественных препаратов. Завтра в правительстве области состоится штаб по мониторингу роста цен, созданный в конце прошлого года по инициативе главы региона. Со спекуляциями на рынке областные власти намерены жестко бороться. Об этом заявил сегодня Сергей Ястребов.